Прошло и 2 недель, как полиция поймала хулиганов, которые избили кондуктора в поезде Рига Айскроукле. За их поимку профсоюз железнодорожников обещал стражам порядка 500 латов. И вот все 4 молодых людей задержаны. Это 3 мужчин и женщина. В ночь на 6 августа эта компания в пьяном виде завалилась в электричку. Они не думали покупать билеты, зато начали курить в салоне. Кондуктор сделал им замечание. И жестоко поплатился за это. Вплоть до следующей станции хулиганы избивали его, а потом еще и сумку украли. Теперь 2 из задержанных взяты под стражу, остальных пока отпустили. Все они пытаются свалить вину друг на друга. Очень жалею. Первый раз, просто